Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в честь Хэллоуина я решил повыкатывать машинки из ангара, все, которые были так или иначе в разные года связаны с Хэллоуином, и те, которые у меня получилось заполучить себе в ангар. Кому-то я рад, кому-то отношусь спокойно, а сегодня я выкатываю из ангара могильщика. Я делал обзорчик на данную машину, рассказывал историю получения данной машины, говорил о том, что данную машинку я покупал на новогоднем аукционе, я очень долго ждал этого момента, я прям мечтал о могильщике, и, честно говоря, если бы могильщик сейчас появился в магазине, у меня, наверное, опять бы ёкнуло сердце и появилось бы дикое желание заново себе приобрести данный аппарат. Уж больно данная машинка мне нравится. Он прикольный, он кайфовый, и, честно говоря, он удивил тогда всех, когда появился, потому что появись танк 7 уровня сейчас с магазином, да, то есть, ну, с барабаном, уже не удивляет. Вот смотрите, появился у нас сейчас фараон. 7 уровень, танк на 3 снарядах. Окей, хорошо, есть, будем получать. Кто не получит, ну, значит, расстроится, как это делаю сейчас я, потому что до сих пор его еще не открыл, не получил ни на одном из своих аккаунтов, хотя перепробовал уже несколько аков. Короче говоря, ребят, на сегодняшний день такая машина уже не производит такого прям дичайшего впечатления, как в свое время произвел могильщик на всех своим появлением. Потому что, согласитесь, когда появился тогда, может, вы не помните, расскажу вам, появился тогда ивент, и сказали, что можно будет получить шестизарядный барабан на 7 уровне, да, пускай с не прям там имбовой какой-то альфой за каждый шот, но это, ребят, все-таки 6 снарядов и дичайшее короткое время перезарядки снарядов между собой в самом магазине. Короче, тогда все просто обалдели, реально, ребят. Сейчас же, честно говоря, машинка, безусловно, производит, ну, прям совсем не такое впечатление, как раньше. Он уже не настолько крут, с ним уже справляются, никто его уже не боится. Да, безусловно, если вы выезжаете против каких-нибудь, там, я не знаю, пятерок на линию СТ, вы там можете вполне спокойно разбирать, нагибать, ну, короче говоря, творить, как я говорю, вакханалию в рандоме. Ну, а на сегодняшний день в щеки его вполне спокойно пробивают. Пробивают его в бронелист. Короче говоря, уже машинка, безусловно, не та имба, что раньше. Но в то же время, ребят, давайте будем говорить откровенно. Фан за машинкой все-таки остается. Все-таки получаешь ты дичайшее удовольствие от того, когда заезжаешь и начинаешь откидывать снаряд за снарядом из своего просто-таки бешеного барабана. Ну вот, как сейчас это было. Да, безусловно, уже кого-нибудь разобрать немножечко сложнее становится, игроки тебя не боятся. Но сколько все-таки удовольствия это доставляет, когда ты шотишь один за другим снаряды, ну, дорогого стоит. Ну и, честно говоря, это одна из немногих машин хэллоуинских ивентов, которые мне действительно зашли, понравились и до сих пор доставляют мне, ну, просто массу удовольствия от того, что есть у меня в ангаре. Так, ну что, фараон там, в принципе, разобрался, чувак конкретный на сегодняшний день. Ну, а мы продолжаем играться с товарищем Квасом в кто кого по Альфе и КД. Да, безусловно, Квас, конечно, противник по Альфе классный, но, ребят, не очень хороший по КД. Я имею в виду конкретно для него. Итак, бой закончился. Я не знаю, как кто, а я получаю массу удовольствия и очень часто беру себе могильщика в те моменты, когда я не преследую абсолютно никаких целей, кроме как зайти и просто получить удовольствие. 2000 единиц урона неполных, 2 уничтоженных противника, знак классности 2 степени. Я получил серебрушку 48 тысяч. Да, с учетом прем-аккаунта, но все равно приятно. Без према 29 тысяч. И я в нашей команде по урону занимаю заслуженное 2 место. На 1 месте, безусловно, фараон. Он сейчас король у нас в рандоме на 7-6 уровнях. Ну а как будет дальше, мы поглядим, когда туда доберемся. На данный момент у меня все. Это был даже не обзор, это было просто дань уважения могильщику и проветрить его в рандоме в честь хэллоуинских праздников. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.